Выдающемуся скрипачу и дирижеру, всемирно известному музыканту Владимиру Спивакову сегодня исполнилось 75 лет. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста СССР с юбилеем. С Беларусью художественного руководителя Национального филармонического оркестра России и Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» связывает много творческих проектов. Один из них – музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Он всегда с успехом проходит не только в Минске, но и в других городах нашей страны, собирая артистов мирового уровня.